Ну, отработал самолет по станице, промахнулся. Отлично. Это они мстят за самолеты сегодня, но там еще пару дней осталось. У нас Я понял. уже есть бук, нахуй, будем Да, забивать их. я знаю об этом. Да, слушай, блядь. Алло, Николаевич, Да. а куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да, что я привез, я уже в Донецке. Эту, да, я о чем я думаю, да? М, Да, которая? да, 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 да. Та, ой, БМ. Да, я Бук. понял. Так, Бук, так, бук. так. Она на этом, на тягаче? А, да, она в этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял? Ты где вообще сейчас? Ты одну или две привез, скажи мне. Нет, одну, потому что там у них пошла непонятка, они на штрал не перекинули сюда. Я Они понял. грузили и своим ходом пригнали. Смотри, ты ее не этот... Она своим ходом пришла или на трале? Перешла через полоску. А сейчас ты привез ее на трале, да? Да. Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет. Ясно, да? Саныч, а куда мне? Дело в том, что с твоими пойдет еще моя этот Букем пойдет, пришел на Угу. школу. Он на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а? К этому самому, за мотелем, туда, не доезжая Горностаевской, вот туда. Сразу за мотелем, да? Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом, вот библиотекарем созвонишься, будет стоять, вот ты понял, что, да? Да. Алло. Да. Берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? Остальных Ага. оставляешь здесь. Вот, Ясно. раз. Свою туда вы приходишь, там есть рядом Первомайская, посмотри по карте. Я Алло. понял. Где-то в том районе располагаешься, вот, вытягиваешь туда, своих же вытягиваешь, что у тебя остался, и твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь. Понял? Я понял. Гюрза туда же подтянется. Давай, если что, я на Ясно. связи. Понял? Хорошо. Хорошо. Сюда. Да. Да, Боцман, слушаю тебя. Здравствуй, старший брат, как дела? Приветствую. Ну, не очень, мы же на Мариновке сейчас. Вот, поэтому не очень, как тебе сказать. Держимся. Чего такое? Ну, как ты думаешь, долбят градами постоянно, только сейчас передышечка. Вот, Ну, понял. самолет мы бахнули тоже сейчас сушку, блядь. Вот, у нас же Букем получили мы, так? Вот. Но они из зеленого поля пытаются вырваться, а они проходят только через меня, понимаешь? Так что, блядь, сейчас уже вчера две сушки сбили, сегодня вторую, блядь. Ох, слава богу, сегодня хоть с утра Букем пришел. Вот, полегче стало, блядь. Ну так, конечно, тяжеловато. Если могу сказать, если что-то нужно, вот. Мне звонить, сразу Да нет, подъеду. спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь, вроде затишье сейчас наступило. Часа через два я в Донецк, потому что мне надо туда еще три гвоздики пришло, буду гвоздики тянуть туда, блядь, потому что совсем что-то нам тяжеловато тут сейчас, блядь. Слушай, ну может Держаться. градом их накрыть, а? Да, дело в том, что у нас град есть, нет корректировщика, блядь. Раз. И второе, блядь, Корректировщики, да, вот болезнь. сейчас ждем, блядь, вроде Россия должна с той стороны ебануть по их позициям.